Обеспечение занятости горожан также является одним из приоритетных направлений в работе государства. С начала года в Петропавловске трудоустроено более 5000 человек. За счет ввода новых и расширения действующих предприятий создано 2665 новых рабочих мест. Одним из приоритетных направлений для социально уязвимых слоев населения является выдача государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей в размере 400 МРП. В текущем году государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей – это можно приобретать оборудование, инвентарь, орудие труда. Если на селе или в частном секторе, то можно покупать скот, живность и так далее. Получили 48 человек на общую сумму 62,4 миллиона тенге. На 2024 год выдача государственных грантов предусмотрена для 60 человек. С начала 2023 года различными видами социальной помощи охвачено 11 тысяч человек на сумму 1 миллиард тенге. С 2024 года перечень видов социальной помощи дополнен. В нее вошли оплата коммунальных услуг и приобретение топлива, оплата проезда по направлению лечебно-профилактических учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств и оплата одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью в санаторий. Хочу отметить, что принято решение о снижении доли предельно допустимых расходов к совокупному доходу малообеспеченной семьи, гражданина с 7 до 5% при назначении жилищной помощи. Данное решение принято в связи с ростом пенсионных выплат и увеличением минимального размера заработной платы, что позволит увеличить количество граждан, получающих жилищную помощь, и размер помощи. Соответствующие изменения внесены в правила оказания жилищной помощи. В 2024 году всеми видами социальной помощи планируется охватить порядка 12 тысяч человек. Бюджетные средства на оказание социальной помощи в следующем году увеличатся в два раза. Камиля Хамидуллина, Анатолий Беланок, служба новостей.